О, появился. Джекит Аллен. Джекит Аллен. Джекит Аллен. Что, нам хватит, да, две сумки? Ну, не уверен. Ну, берите это еще кто-то по трошке, если не желаете. Или аптечки. У меня только одна сумка. Ну ладно, давайте так попробуем. Должно хватить. Я вообще патроны почти не юзал. Can you guys help me get the goats in here? Окей, do I have anything? Crowbar, zip ties. Можно маску сразу надеть. Во сколько там подъем? В 9? Окей. Так, не забудь, что сверху они вообще лезут прям вообще толпой сейчас. А они, по-моему, это пофиксили, нет? Они что-то обещали, по-моему, что-то там сверху. Я зад, как обычно, держу. Нифига зал, он на потолку сидит. А мне косточку надо перетаскивать? Угу. Что, наверх или вниз все-таки? Откуда? Вот здесь. Давайте внизу сюда. Внизу? Вот здесь сюда закидать? Ну что? Угу. Доски что нужны? Надо скилл было. Нет, здесь я отсюда буду. Придит. Нам, по сути, тут надо только три выхода держать. Один сверху, один вот этот центральный и боковой. Ну, это легко. Есть еще одна дополнительная задача, знаешь, как маленькая, не сдохнуть. Доски еще можно было, ну, знаете, там по скиллу. Будем стараться. Ух ты, сколько там парней? Что там заколотить, говорите? Наверху. Воу. Да бей, сколько их ты бы видел, они ходить. Ё-моё. Не, я не пойду, нахер. Дест, ты тоже не ходи, ноу. Да забей на доски, сраные. Я заберу, Дест, доски да эти! Да всё, я забираю уже, что ты пристал? Всё, не, даже урона не получил. Это потому, что я весь урон на себя забрал. Да, конечно. Ну тогда. Так, что ещё заколотить нужно? А, это закладчик, да? Окей, я так заключу вот эти. Давай. Блин, дверь бы эту сбаррикадировать вообще офигенно было. Это тебе не кинет флор. Это что сейчас было? Что-то взорвали. Бочка. И там их было дахер. Это у меня пердак только что рванул. Это как у Десла вчера, когда он в GTA играл. Да там вообще миссия тупая была, просто до ужаса. Вернее, не миссия тупая, народ тупой был, который с нами играл. Да и миссия. Сраные Дес тоже думает после Payday, вот просто он такой, блин, сраные сильверы, что я с ними катаю вообще? Да. Два кокера. Нормально. Они через стенку просто пробежали. У меня двое на мне сидят внизу. Один сгорел, второй сгорел. Почти. Когти ярости. Я такой еще убежал от них, думаю, ха-ха, лохи. А я просто через стену так сидел. А они такие, denied. А, пацан наверху сидит, я понял, что они просто waste. Так, на заднем дворе, походу, посылка прибыла. Пацаны. А я нихера не слышал, я просто стреляю по пацанам. Я тоже не слышал. Ну, я видел там вертолет, не знаю, правда, чей. О, пацан, здорово. Ой. Ой. Здорово, он электрический. Поднял. А у меня хпшки нет. С ручником. Ребята, не вижу. Ты что, белый, что ли? Да. Серьезно? Да. Давай я тебя поставлю внизу, под лестницей. О, ёб твою мать. Я не знаю, где поставить. Давай под лестницей поставлю. Вот здесь ставим. Вот здесь, поставил. Под мостом. Нет, ну что, делись, побежали? Да. А, здорово. Rush most, don't stop. Rush most. Я сдох, don't stop. I'm dead, don't stop. Я тебя подниму, наверное. Да, подниму, скорее всего. И сейфа просто, и сам сейчас упаду.
Хищник, я упал, если да? Че. Тут скулдозер стоит в главном входе, прикиньте, да? Он не горит случаем, нет? Нет, случаем не горит. Я подниму еще за последний сбег. Он случаем сдох, кстати. Не видел. Меня надо поднять. Подниму. Вверху двое ублюдки, щиты и обычно. Да охереть, выбежал на улицу, уже получил по харе! Илья, ты одну сумку забрал? Да, одна сумка, она лежит на заднем дворе, видишь? А, я пошел за третий. Угу. Блин. Одна вон в амбаре. Я пошел, я забрал ее уже. Нет, сейчас да. Я отдышусь. Давай, я с тобой. Пацаны погнал. Залезли через боковую дверь, и там, по-моему, клокер. Падок. И обычный клип. Займу семи. О, да тут дохера их. Ниндзя, гад, святые макаки. С чем мы? Задний двор, я думаю, всех отправим, да? Давайте всех да. Попробуем отправить. Сзади говнюка, я понять не могу. Патроны бы. Вообще было бы шикарно. Не нужны. Не, нет. Не тратим. Не нужны. Хотя нет. Лишь вторая пушка есть. Дулха, давай, я тебя прикрываю. По-моему, на заднем дворе бы больше стало укрытий. Или мне кажется? Откуда стреляет? Лол. Я не понимаю, откуда стреляет. Написано... А, отсюда что ли? Что? Меня из-за текстур стреляют. Ну типа сено подстреливается. Не, из-за камня, в том-то и дело. Я сдох. О, нормально, я к обочкам подбежал, которые только что взорвались. Подними меня. Я подниму, да. Потом... Кто в меня стреля... А, ну я... Понял. Поднимай меня. Меня поднимай. Поднимай, дэс. Ты дэс. Такую стену не могу. Лечись. Что за поднимай. Тут парень дэс. Нету парня. Поднимай. Да поднимай, что ты переживаешь так. Что происходит? Я хочу клетка готова. Я хочу выйти из этой игры. Не надо. Наверх надо перетащить, я думаю, да, Кос? Да. Я слева откуда стреляю, что за бред? А, вон он. Прятался, замаскировался. Death Host. Негодей. Не, по-моему, плохая идея была здесь Кос оставлять. Негодей. Да нормально все, зато их не брали. Фак, ну их сложно вытаскивать. Да нормально, подходишь и берешь. Мама! Ну, я в Свенсонге скидываю. Что есть. Поднимайте. Нужно выйти. Уходим, уходим. Берите кос. Зачем? Не-не-не-не-не-не. Нет, надо всех. Стой. Надо всех. Ну так вести. Надо всех. Вы перекидываете там. Которые... Наверх. Я в Свенсонге, если чё. Буду черно-белым еще такой сейчас. Да, черно-белый, пошел лечиться. Надеюсь, не сдохну. Науку закидывай. Кидаем. Я пошел в клетку закидывать. Только тут меня что-то это стрелять немножко. Ух ты, нифига, толпа. Сколько же у вас до хера? Я понял, найс перерыв, пацаны. Все понятно. Просто нет. У меня патрон. Это же патрон закончился. Где? Я сгони до универа. Поставил. Поднимите. Фак. Лейс. Поднял. Не, их не надо выбраться, там-то дело. Лучше их там сторожить, а мы, я не знаю, пока что 4 штуки унесем. Клоки где-то. Так мы что, частями, не всех сразу? Не, мы всех сразу, но они же могут вытаскивать, мы просто можем не справиться с мясом. Я серый подниму. Понял. Вдыхай только. Это забей. Я думал, сейчас за перерыв перетаскаем, но... Ты что, шутишь, что ли? Две. Тут локер еще был. Три. О, есть какой-нибудь доминатор? Джокер, есть у кого-нибудь? У меня тут люди так-то. И меня сильно пьют. У меня так-то люди здесь. 4. Ну или а, нет. Я в Свенсонге, нормально. Все, иду. Да, я узнаю. Поднимай меня, если что делать. О, тут бульдозер, понятно, почему меня убили. Скорее всего, он и дал мне в харе. Кнопочку только не нажимайте, пожалуйста. А то я охерею. Что делаем, Илья? Ждем, убиваем бульдозера. Вот он пришел. Убиваем снайперов. Я не смогу. Убрал. Предатор у меня только что наверху был. А у меня в двери сейчас. Обороняй, короче, позицию, я снова упал, делается сейчас сзади. В Свенсонге. Ну я тебя подниму, успею.
Если что, есть я. Да, не до хера укрыться. Перезаряжаю здесь, спайкаю еще. Ааа, завтра я не успею перезаряжаться просто. Все, ну прикрой. Я серый. Ой, не серый, упал, точнее. Ой, он тебя... Я думал, что он тебя спасет. Не он. Вот сейчас, по-моему, их чуть поменьше стало. Можно еще козы? Да охереть, бульдозер просто развернулся, дал мне в харе. Да что ж такое-то, а? Да охереть, я еще слепой. Я черно-белый, не понимаете меня. Я ничего не вижу, я слепой. Я две козы вам там скинул, можно? Не знаю, больше еще надо, нет? А, и тазер у меня станет, нормально, все, я сдох. Я сдох, я все. Слепой. Все, до свидания. Слепой. Ну погодите, сейчас попробую поднять. Ну вы проходите дальше, я упал в любом случае. А, то есть ты все? Да. Ну, у тебя нас есть один. Да, у нас есть один парень, так что охраняйте его. Я поднял тебя до ЛХ, но ты меня тоже Джокера подними. Охраняйте. Сейчас ДЛХ там пропачется, поднимет хищника, и вы бегите на... нет, вам там нужно оборонять кос, иначе они унесут их. О, ясно. Ну, ДЛХ попробуй поднять. Не, у меня надо будет. Вот тут дозер еще, я не знаю... Сзади, сзади, у тебя ДЛХ, сзади, сзади. Да, тут повсюду, ну, все, короче. Ясно. Патроны. Забей. Да, их тут просто до хера. Не рестартуй, не рестартуй. Don't restart, please. Мазапак. Ну почти. Мы были близки. Help me get the goats into the barn. This next part is noisy. Noisy and dirty and smelly. I can't wait. Let's do this. А почему в прошлый раз она коза лежала вот здесь вот? Ты что, отсталая коза, что ли, ее выпнули из стада? Почему пошла вон отсюда? Это козел, а не коза. Я не знаю, я не буду спрашивать, типа, как ты разобрался. Не, ну все логично. Я не знаю, что ты там думаешь. Но тут все логично. Пиздюк. А, сверху, да. Пистолет. Пиздюк. Пистолет. Пистолетов? Ой, пиздюк. Пиздюк, пистолет. Чё, блин, у меня? Ну прям в тебе ходил, знаешь, в член тебя смотрел. Оу. Еще про меня. Пацан один. Ну я про пацана одного. Не про себя же, это я. Ой, я просто мимо проходил. Ну я тоже как бы. Там доски пока, ребят, если есть возможность, можете. Оу, ты знаешь что? Та-дам! Да я видел ее тоже, ну синенькую посылочку. Но не забрал, да? Нет, потому что мне что-то там это поцки чуть-чуть приехали. Ой, и чуть-чуть меня сейчас стреляет. Чуть-чуть так. Блин. Блин. Вставай, иди! Пал, а, у меня и так палки. Откуда у меня палки? Ты ж сам. Я же заколотил. Не заколотил. Я заколотил. А, то есть мы с тобой заколачивали одно и то же окно, и ты заколотил быстрее меня. Дес, ты затрахал падать просто. Да, прикинь, какой я цветом. Я даже не знаю, я тебя поставлю внизу, на том же самом месте. Идите нафиг. Спасибо, Дес. Я не вам. Обиделся. Ой, все. Илюх, тут еще окошко. Надо бы это, избавиться от него. Ну охеренно. Вот кто мне это сделал? Ты? Да. Да, это да. Ты. Понятно. Это Дес. О, туэль поехала. Ее только не хватало. Ой, это фотки пришли. Ты смотришь в одну сторону, пытаешься убить всех, а тебя уже с другой стороны убивают. Не, ну в GTA та же. Здорово. Надо было доминировать.
О, бульдозер. Встань его. Изи. Убил его. А, и ты убил его, ну ладно. Ну ты же говорил, что встанешь. Я чё, я уже на автомате, так знаешь, мол. Волосы назад крылья расправил. Нормально. И как пердак горит, да? Mm-hmm. Тоже неплохо. Так чё, куда там сбросят, вы слышали, нет? Не-не-не, он говорил? Я вообще ничего не слышал. Ну, я вообще не обращаю внимания на то, что там кто-то что-то говорит. Только иногда дешево слушай. Силас говорит, какого-то хер знает где. Силас. А, это сзади. Я понял. Больно. Угу. Это было больно. Но приятно, да? Ну я потихонечку буду относить клетку. Там два дозера есть. Я даже выйти не могу. О-о-о. Ой, я посылку синюю. Я серый. Ребят, там сверху к вам сейчас ДЛХ, там сейчас такая чувак. Там два тизера. И дозер. Чем это не говорится? Да тут пацаны стоят на той, там и два снайпера, найс просто. Илюха. Я просто не дойду туда. Там, короче, четыре чувака вот сидят. Вот Дес, красавчик, давай, Дес, поднимай. Ой, поднимай, Дес. Дес. Я бы с радостью... Хищник, подними меня. Хищник. Дес, что ты делал? Я не знаю. Ну тут дозер, чё. Ну я успел. Не ссы, ДЛХ, сейчас найдем кого-нибудь. Ну, понял, дозер, конечно. Понял, на последней секунде. Нормально все, вы видали, да? Тут я ценой своей собственной жизни... Просто убить всех. ДЛХ. Фак. Не успел. Подожди. Поднимать. Я лежу. На травке. Травка-муравка, все дела. О, и херня. Тут народу. А, тут озеро. Я тебя понял. А, возьми там клетку, что ли, раз. Нет. Поцки в окно стреляют. А я не могу понять. Ты можешь, да? Ну ладно. На. Все, понял. Я сдох. Все, в дыму напердели, я не вижу, спрятался. Я кину молота туда. И жду, когда меня поднимут, короче. Забей, просто. Поднимаю. Вообще ничего не понял, что было. Просто смог оттуда полят и нихера не видно. Ну я предлагаю ждать, пока на заднем дворе не будет клетки, потому что это нереально. Мы сейчас эту клетку соберем, отправим одну козу, и пусть она едет. Ну или сколько коз, я не знаю, добежим сколько. Сзади тебя бьют, кстати. Я тебе говорю, ты начинаешь убивать с одной стороны, к тебе сразу сзади подходят. Даже шведы. Ниндзя в пижамах. Вот охереть. Сверху мразь еще сидит, охереть просто. Мало того, что слева, справа, так еще и сверху. Я упал, чё, черно-белый. У нас тут три мешка. Я просто их вниз кидаем хотя бы в канал. Куда нам их нести-то хоть? Туда, к машинам. Скиньте 4 козочки вниз. Как ты отдыхаешь? Ну или одну хотя бы. Все, погнали. Я расстреляю, ты закидывай. Наверх. Да иди ты нах! Просто это бесит! Откуда стреляет? Я вообще не понимаю. У меня весь экран в желтом говне нахер. Как будто насали мне в глаза, серьезно. И этот чувак стоит в жопе. Блин, в какой-то. Тоже попали, подними меня тоже. Я нихера не вижу. Эрва, там козу принес. О, я понял. Серый, прикинь. Беги отсюда. Вообще. Я поставил аптеку, залекался. Наверное. Да. Убрал наконец-то. Отправляй нахер ее. Я поднимаю давайте, этот. Там, еще хоз максимум грузим. Так.
Да ну нахер, сидите там, я здесь буду обороняться. Сидите там, все, сидите там. За мной клок. Не надо больше кос, не надо больше кос. Не-не-не, не трогай. Я здесь посижу. Да-да-да-да-да. Нахер. Я посижу здесь, пообороняю это говно. Я хочу. Не стоит. Нет, мы не хотим. Перехотим, пожалуйста. Не стоит. Да иди ты в жопу! Я уже не знаю, куда мне бежать, тварь! Просто... Поднимите меня, я валяюсь. Ну я... Окей, еще и застанили. Иди в жопу, тварь. Я черно-белый. Просто обосраться. Откуда? А, ясно. Поднимайте, делай. Сам я черно-белый, валяюсь здесь, поэтому тебе надо будет отстрелять там, народ. И меня, я слепой, я ничего не вижу. Я черно-белый. Не поднимай меня, только скажи. Угу. Я сейчас вас всех подниму. Я не черно-белый. Десса поднял. Хищника поднял. У нас козу забрали, уже! Уже! Это просто пипец. Он уже забрал. Я даже не успел отойти оттуда. Я где-то упал в здание. Да, ты скажи, когда тебя поднимать. Да хоть сейчас. Нормально. Ты что это? Блин, я не знаю, я отхилюсь, да пойду попробую его спасти. Где дарить там? Блять, это Unreal. Да забей на нее вообще! Чем больше хп они, тем больше, понятно, все, я возвращаюсь. Тут, короче, два дозера на заднем дворе. Охереть. Угу. Я по разу в ходе, короче. Просто забейте. Поднимаю. Он еще ее не поймал сразу. Просто пись. Я не знаю, как это назвать. Nice game. Мне это проходить еще, сука, два раза. Да? Ну, ну да. Я что, на белый тут дозер, не поднимайте меня. Сейчас убьем дозера, не ссы. Я дозер убью. Тут еще чуваки пришли. Поднимаю. Клокер. Нет, клокер. Стоять. Два клокера. Два даже. Яс. Yes. Иди назад. Я хилку поставлю. Давайте я хилку вот здесь поставлю. Ненавижу. Здесь безопасное место. Extreme over here. Первонах. Что там, кончились? Нет? Нет. Не смешно. Не смешно. То есть... Делайс, ну ты знаешь, да, что тебя ждет там? С этими криками. Быстрее, быстрее! А, это он что ли? Да. И он еще, блин, я почти донес. Я подниму тебя, ты подними меня, окей? Я в канаве лежу, если что, по пути меня поднимешь. Я слепой. Спасибо, блин. Тебе где-то сзади. Я не знаю, кого-то жгу, наверное. А, вон, да, я слепой. Вообще. Я слепой. О, я ушел. Ну, я упал. Подниму Делыкса. А, нет, не упал. Казалось. Это жесть. Ядрить. Я даже передохнуть не могу. Что ты мне объясняешь? Куда скидывает? Опять на задний двор? Уже на правый. Нет, фу. Я покинусь и пойду собирать. Я не помню. Бросьте козу, пожалуйста. Да тут не в козе дело. Я не понимаю, откуда по мне стреляют, и они за это время успевают меня убить. Он за бочкой. Локера помбетил, вам сейчас зайдет. Зашел, нет. О, он на заднем дворе, найс, да найс, как... найс. Зашибись, все хп просто из этого клокера. Мы не переносим кос, пока не найдем ту козу, которую да, мы нашли у нас. Да. Вон, нифига себе, как ты далеко забираешься.
через дом пойду, думаю. Сумочку. Здесь по-хорошему надо врагов просто в два раза меньше. Они и так больно стреляют. А у нас, когда мы рекилл проходили, можно тоже? Блять, о, надо загнять, я пошел за козой, Клетку там собирайте. Быстрее! Иди в жопу, мразь, справа! Наверх пост перекидывайте. Они уже там и просто пасут козу, вы не поверите. Мэнни чё, мэнни что ли? Я бегу! Я прыгаю просто как могу. Короче, наверное, сейчас закидываем. Не, просто кост... ничего не делаем, просто сколько козы будут на втором этаже. Нет, на втором этаже пусть будут козы, а потом их принесем в следующем пере... Не-не-не, неси назад, неси назад. И... Как они закинули туда? Не забрать ничего. Да, это плохая идея туда закидывать, но за них париться не нужно. Не то, что закидываете туда. А вы уже сломали окна, что ли, здесь? А, они сами ломают, да? Сколько тут коз? Бесконечность какая-то. Бесконечности дали. Бесконечный. Дес? Ты молодец. Бесконечный Дес. Ну это просто чувак один был. Один чувак, я убил один чувак. Просто Дес. Просто. Он случайно ко мне спину зашел. Ждем? К тебе в спину зашел. Угу. Он а че, а че еще? Ты помнишь, что было, когда мы не ждали перерыв? Перерыв хотя бы их, ну, раза в два поменьше как раз. То, что я просил. Эх, сейчас бы, короче, задоминировать кого-нибудь. Так, кто, а кто, как, Дэс, хватит. Сверху пришли. Убили тебя, или из окна. Да я даже не видел. Помните, что нам еще ехать назад, и нам нужна будет аптечка там, абсолютно просто. Куда ехать назад? Ты вообще прошло. О, Дес. Ты еще не знаешь всей этой ситуации. Я клопер сквозь стену прошел. Даже у тебя? Он тебя хотел слишком сильно. Стены для него не предел. О, не выходите на улицу. О, клокер пришел. Я опять серый. И я упал. Где аптечка. По-моему, слышу бульдозера. Так и да? Я вижу аптечку, кто-то передо мной бежит. Хищник, ну-ка положу-ка я сюда. Молот, кого? Да? Аптечку, да? Долоха. Мне аптечка нужна, пожалуйста. Будь другом. Сделай это. Посмотри кругом. Откуда? Откуда этот клокер побежал? Да, клокер на мне. Они... Хищник. Я не знаю. А, окей, ты... О, ну поднимите меня. Кто-нибудь, Делыкс. Делыкс. Наверху, на втором этаже. Поднял. Подними душу. А, поднял. Ой, там какой и чувак меня, такой. Ну спасибо, Дэс. Поднимаю, пытаюсь. Снова упал, снова с Мансонги. Черно-белый. Просто ебалайка. Плюс один. Жесть. Да как ты? Я нормально. А ты как? Нормально. Фигово. А он как? Как нужно ждать, пока он прилетит, заберет это говно? Никто не считал? Две минуты он летит. Может, выпуска клапана. Может, по одной начать таскать? Я пойду выйду, посмотрю, что там на дворе. Ну, тут на пердели. Не выходите. Я не знаю даже, где я. Тут просто пацаны везде. Они везде. Просто выходишь, там сразу трое. Это в лучшем случае. Дэс, как дети застанили. А, да, он прям передо мной бегает. Ты вообще будешь шевелиться просто. Выходить хоть куда-либо. На главном дворе я смотрю, там примерно 6, 7. О, 9! 9 досчитал.
Ой, я слепой. Нет, не слепой. Чего? Чит. Я слепой. Я слепой. Аналогично. Я ничего не вижу. И я в Свенсонге. И я сдох. Белыкс. Меня станет, я не знаю кто. Поднял. Same shit, different day. А, ну и кому-то помочь надо. Угу. Жил, паряюсь, пока кто не поможет. Так ты б хоть орал. Так я сказал вам. Если... Ну, помогите. Она была орать. Ради... Вот так. А, я упал. Ну это только ДС. Сука, ублюдки, мать твою. Тут бульдозер стоит, скулдозер. Бейте его, пожалуйста. Это в хай ему стреляйте. Не, он его... Далеко? О, далеко ты как ты. Да нормально. Эх. Пипец, тут даже заложение то, чтобы похилиться. Mm-hmm. Да иди ты в жопу! Мразь тупая, сука, ты меня бесишь! Смотри, сука, в пол! Охереть, и они уже здесь, это перерыв! Четыре штуки на заднем дворе. У них игра не работает так, как она задумывалась, по-моему. Те же скидывают, так что, да? У меня стреляет. О, скулдозер! Перерыв, ребят, алло, перерыв, скулдозер! Скидываем. Да, все да, скидываем, да. Дес. Мы чё думаешь этого говна-то ждали? Охереть просто, ассаута нету секунд. Просто, больше врагов, чем на ассауте. Я упал. Чёрно-белый, найс. Поднял. Пойду лечиться. Поднял. Не добегу, правда, скорее всего, потому что здесь уже напередили. О, клокер на мне. О, найс, на мне клокер был. А, на тебе, окей. Я даже не знал, как он. Ну, он из дыма прибежал, такой пацан, знаешь. О, еще один клокер. Эй, может поднимите, нет, пацана? 30 секунд, ребят. Поднимите, пацана, пожалуйста. Подожди, секунд. Тут клокер. Сейчас поднимем. Дэс, заткнись по-братски, а. Вы что, нажали уже кнопку? Да. Че тянуть-то? Я поэтому и говорю. Тут дозер на заднем дворе, они все стоят, у меня все глючит. Поднимите, я черно-белый, давайте. Я сейчас побегу беги назад, скорее всего. Кинь-кинь-кинь, козу. О, меня убил станет дозер. Кто-то. Козу, козу, пожалуйста. Да-да-да. На мазу. Киньте в колос молотов. Поднял дос. Он заберет. О, все, поднимите меня. И в ангар. В ангар. Да мы сейчас поднимем! Я черно-белый. Я лечусь. Я тоже лечу. Поднимаю Делекс. Патроны. Воды отходят. Ждем до перерыва или сразу уходим? Патрон наверху. Давайте вниз идите, вот здесь сидеть у вас нормально. Аптеки здесь остались? Да, у нас есть у хищника одна аптека. И наверху одна аптека. Да, я забрал. Короче говоря, сейчас ждем до перерыва и только потом идем в машину. Сейчас не идем, мы убьемся там нахер. Да. Ты помнишь, что было, когда мы выходили? Пожалуйста. А, я все понял. Нормально похилился, че? Просто запутался в жизни, да? Поднял. Случайно кнопочку W и S перепутал. Делекс, я тебя поднял уже, ты чё? Делекс! Делекс! Снова упал. Просто сидим тут и отстреливаем ублюдков. Don't fuck up now, он говорит. Иди в жопу, Бэйн, соси мои булки. Помню, всё, вспомнил, что вы дальше делаете. Кто поведет машину? Явно не я. И не я. Давай. Уверен со своим хп? Давай, у кого больше хп, тот поведет. Как хочешь. Чтобы, ну, на него же будут в основном целиться. Да разве тут есть преимущество на кого? О, на второй этаж. По-моему, да. Пацаны. У нас есть молотов? Закиньте. О, Делекс, закинь на второй этаж молотов. Вот и все. Блин, сраная кнопка. О. У тебя нет боковых, что ли, кнопок мыши? Есть, но я чисто настраивал. Там уж никого нет. Блин, я слепой. Чуть-чуть. Иди на меня, на мой ник. Ты меня отпустила. Чудо-трава.
Я хочу Бейну засунуть что-нибудь в жопу, серьезно, чтобы он так манит просто, что я не знаю. О, иди, идите, сядьте в машину, там все нормально, нужно уходить. Суд дерьма. У меня уже крыша едет от этой игры. Вы же понимаете, что меня чеку не дадут? Там фулдозер сверху стоит. Все, норм. А тут это, перерыв, как он работает? Ну он... По времени? Никак, Дэс, забей. Чек, правильно сказал. А что он сказал? Вот так он работает. Пацана защищает бутылка. Видео пересмотр. Угу, понял, 23 минута. Пацана защищает бутылка на столе, серьезно. Я через бутылку тебе написал там, Дэс. Что я сказал? Я и думал, что ты сообщение пришел, потом ты не отобразил что-то. Ну, хищник ставь, что тогда делать? Ставь хищник. Я хз даже. Все похилимся. Все уже поставил. Просто все похилимся и поедем. И будем уже на поднималках тогда жить. А, тут скулдозер пришел сверху. Угу, есть что-то такое. Да, поцки забежали бесстрашные. Ну и когда будем сидеть там, ждать, пока мост спустится, то сидим все за длинным приятелем и все. А он не простреливается, точно? Он нет, не простреливается. Это просто передвижное укрытие. Вилкс, хилься. Тебе поставили аптечку. Погнали. Я хилю, все, и бегите, мы успеем с Вилксом. Тише, почему ты стоял на месте? Я не стоял на месте. Это ДС! Это СДС! А, меня снайпят! Садитесь, скажите, когда все будут я внутри. Сел. Я тоже. Хищник остался. Хищник? Да, хищник. Погнали. Все, газы. Давай, стейт, работай! Я пытаюсь! Джейсон, заткнитесь! Джейсон. Заткнитесь просто, у меня застряло! Символ застрял! Короче говоря, знак застрял! В стекле! О боже мой, меня убьет, серьезно! О, фак, и что нам делать? Куда ехать? Налево или направо? I'm too late, Джейсон. Пуууу, все нормально. Черт, отстой. Едем, все нормально. Все нормально. Пацаны, запивай. Тут, по-моему, сейчас налево, да, налево. Джейсон. Корал. Джейсон. Дэээээс. Налево. Вау. Здорово. Спасибо. Дэээсам. Здорово, пацаны. А откуда не знаешь, что мы тут поедем? Не делай этого, не делай. Еееее. Право. А вот логика вообще интересует. Как откуда не знаешь, что мы здесь поедем? Это Payday, Дэс. Нет логики. Какая логика должна быть? Надо выходить сейчас. Вышел. Ой, нет. Ой, я до ложа задавил. Сорян за ложь. Что там, может, есть модификация? Есть. Давай. Работай. Да. Работай, плотник. Работай. Осторожно, тут много взрывных бочек. Ой, это не взрывные бочки. Ну ладно. Просто держимся. Сколько? Уже. Только тут. Нет. Воу, как бы. О, снайпер прилетел. Минуту держимся, изи. Вот здесь можно сидеть, да, вот здесь можно сидеть. Посмотрите, только, блин, я сломалась уже. Дэс, чини. А, тут еще сзади же спрыгнули. Фак, патроны нужны, а патронов-то нету, отстой. Поэтому экономьте, ребят. Джейсон. Поднимите, пацаны. Спасибо, пацан. О, один! Есть! Доминатор! Джокер! Камон! Хищник! Джокер! Да погоди ты с Джокером! Доминик, Джокер, давай! Заткнись! Работай! Господи, Джокер так часто ломается, без вот, на меня. Мне. В дыму сидит. Вот Джокер! Потому что не стреляет по ней. Поэтому ломается. О, снайпер поехал. И прилетел. Спасибо, снайпер. Крыцкой. У меня нету, чем его убить. У меня что-то секунд 30. Смотреть. 20, ну, нормально. Давайте 50. Заколебало.
Блин, не, она опять хочет. Не, не уходим в 55. Патронов. Там же надо еще ждать, пока. Вон, собирай снизу. Там же нужно ждать, пока он еще повернется. Сколько их тут, а? Это пиздец просто, народ. Хищник, живи. У меня патронов вообще нет. ТС. Делай, скидай молотовы. У тебя молотовы есть. Что? Вниз, вон, где они спрыгивают. По-братски, в универ сгоняй за патрушками. Блин, ну, вообще мало. Вон туда, в смог, в смог. Да все, блядь. Да в смог. У тебя еще один есть, еще один есть. Покер спрыгнул. Где-то он захватил снайпер. Еще одного. Снайпер убрал. Там газ. Газ. Че делать? Ждать? Я слепой. Стоп, газ, я с кнопку нажал. Да. Он же сказал то, что вон мост поворачивается, видишь? А, он поворачивается? Да, но они могут кнопочку отжать, поэтому надо это... Смотреть, чтобы они не зашли сюда. А, я понял. Покер. Я упал. Я тебя подниму вниз. Я тоже. Блин. Все, я на нуле. Живи. Тут еще и... Он уже почти повернулся. Погнали. Я пацаны, снайпер подъехал. Я сел, садитесь, поехали. Я сел. Блин, нет снайпер. Я подниму. Окей. И все выше такие. Садись, все, поехали, гоу, все внутри. Погнали. Давай. Еще не открылся. Пацан, обороняй нас, пацан! Пацан, спасибо тебе! Пацан голубой, давай! Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу! Го! Она сломалась, что ли? Все нормально. Что за говно творится? Ты издеваешься, что ли, по середине дороги? Знаешь, это как в комедиях, здесь так же бывает. Ты еще в кведби улетел? Поехали. Сели? Нет? Нет, нет, да. Все, гоу. Все нормально. Менты даже такие посмотрели, но. 4 дебила такие вылезли. Ну как обычно. А мне не дали. Мне дали. Рили? А, да. Да ну нах. Да вылетело. Он же вылетал. Да я потом за 4 это говно, нахер надо мне. Ну главное, что пошел. Ну а че тебе сказать? Блять, ну ты не дали охереть. Говно сраное. Лучше точность, это из-за этого. Потом со сдажду пройдем. Да я потом каких-нибудь задротов позову, они спокойно так упал потащу. Че, погнали про джоб? Норм, у меня такой нету. Коксон, возрождение, хищник? Начало. Хищник. Искунем са пайдейду. Что это значит? Я? Этот пайдейдва. Это на армянском.